Друзья, ну а перед началом видоса хочу вам порекомендовать свой личный промокод, который вы можете ввести именно вот здесь вот, вот в этой вкладочке. Плюс по баллику нажимаете, вводите промокод DENERS, который дает 40% пополнению. Это очень крутой бонус, например, вы пополняете 5000 рублей, получаете 7000 плюс 2000 на халяву, 1000 рублей плюс 400 рублей на халяву, 3000 рублей, 4200, то есть 1200 на халяву. Используйте данный промокод, чтобы получить крутой бонус, потому что лично я всегда его использую просто и шикарный бонус получаю. Ну что? Приятного просмотра. Ну что, на MyCSGO снова мы с вами. Промокод DENERS, не забывайте, все ссылочки закреплены в комментарии будет. Предыдущий видеоролик мы закрепляли с вами на... На чем мы закрепились? На майнкейсах, верно. И мы сейчас перезапишем майнкейсы, потому что почти в самом конце нам выпали перчатки. Ну вот. Я хочу попробовать выбить несколько либо перчаток даже, либо крутых дропов, чтобы вам доказать, что... Этот кейс и эти кейсы реально крутые. Ничто, не будем затягивать. Майнинг кейсы на ваших экранах. Погнали смотреть. Итак, майнинг кейсы. Вы видите, вот, то есть вот на самом главном экране вниз перелистываете. И вот майнинг кейс. У нас на баллике 19202. И надеюсь, то что нам что-то годное дропнется. Ну что, давайте попробуем. С азимов начнем. Потому что в предыдущий раз азимовы. А бы как что-то давали, P90 только, и все. Я хочу, чтобы нам дали хорошие ганы здесь, в этот раз. И хорошо окупиться. Так, кто-то там ножевые кейсы всякие открывает, ну вы даете прям. Так, давай. Блин, ножевые кейсы, это ж прям дорого. Ну там я видел, волны ему выпали. Волны там уже все 10 ножевых кейсов окупают. Так, погнали дальше. Пока что у нас еще с азимов ничего не падает. Смотрите, если в ближайшие сейчас 5 кейсов с азимов мне ничего не падает, я иду открывать перчаточные кейсы до конца. Потому что, ну, практика показывает, что не дает здесь, значит в другом дастся. Ну, именно в майнинг-кейс, не какой-то другой кейс идти, а именно в майнинг-кейсы. Если это не дается, то нужно идти другой кейс долбить. Потому что там лежит ган. Ну, по практике. Как мы сейчас с вами сделаем? Идем сюда. Давайте пооткрываем здесь. Надеюсь, то, что с третьего раза нам уже что-то дропнется. Так, второй раз. Ничего не дропается. Третий раз. Тоже здесь открытие 1230. Потому что это перчаточный кейс. Здесь одно открытие 123 рубля стоит. Не 80 рублей. Там, где можно за 800 рублей открыть. А уже 1200. На 300 рублей дороже. А это значительно много. Три раза открыл. Плюс 300 рублей, да? Оп. Сюда лут. Вот вам и обмотки рук. Как и в прошлый раз. В прошлый раз мне выпали они прям в самом конце. Но тут у нас уже балик еще 10,5 остались. И обмотки рук нас выручили. Ну, потому что классный кейс. Так, я хочу попробовать... Вот этот кейс подкрывать, потому что здесь открытие стоит 76 рублей, один кейс. И если здесь перчатки выпадут, будет очень и очень круто. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 вариаций перчаток. И есть шанс, то, что здесь что-то может выпасть. Давайте попробуем. Может быть, есть. Мы двое урвали. Я ж, блин, я вот перед записью думал, какие вам кейсы пооткрывать, показать. Вот реально, ну как вот, как вам не показать майнинг кейсы, которые реально круто дают? Ну посмотрите на это. Ну кайф же, красота. Я считаю, что красота, давай дальше. Как я говорил, то, что я сегодня хочу прям хорошо урвать, хорошо унести. Поэтому будем пробовать дальше. Так, надеюсь, что еще надо еще одни перчаточки выбить здесь. Не хочу продавать их и что-то открывать. Потому что азимов кейс я тоже хочу подкрывать. Хочу попробовать авик или калаш туда выбить. Блин, может быть, давай еще два раза. Раз. И второй раз. И пойдем открывать азимов. Найс. Все, уходим сейчас открывать. Супер. Трое перчаток. Блин, а сколько у нас уже здесь? Погодите.
доступна для продажи. Блин, вот это ширпотреб, надо вообще продать. У меня много продавать? Блин, очень много продавать. Я бы просто бы красиво бы сделал бы. Блин, а как-то можно? Блин. Блин, я бы сейчас так бы красиво бы это все сделал бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, сколько же у нас там уже балика, чуваки. Так, погнали, Азимов. Let's go, 10 штучек. Попробуем до Азимов унести калаш эмучку. Либо авик. Буду продавать по 17 рублей, чтобы шипотреб там не заканчивался у меня. Точнее, заканчивался. Потому что... Такое себя хранить его там. Когда майнкейс. Хочется красиво в конце, знаете, показать вам. По 90. Отлично, давай оставляем. Ну да, надо все равно будет оставлять. Надо будет оставлять. Ну ничего страшного. Блин, по 90 уже выпал даже. Трое перчаток. Блин, как в одном прокрутке у меня выпало двое перчаток. Это что-то нечто. Это реально круто. Это что-то нечто. Давай медленно пока подымлю. АВКМ-ка не докатывает. Блин, какой там чел бешеный. Открывает просто ножи, перчатки, ножи. Что-то подождал там, апгрейды, либо что он там поделал. Апгрейды, кстати, крутая тема. То есть, смотрите, пример, вот заходим в апгрейд. Берем, например, смотрите, по 90, да? Вот у вас, видите, 817 рублей. Я могу, конечно, видосик, кстати, записать по апгрейдам. И мы вот с вами, давайте классик выберем, этот апдейт. Тут нож крутится вот так вот, да? Классик, круг, мне нравится классик. И можем поставить там, ну, в два раза больше, если мы хотим выбить 1600, да? Там, от 1600 до 1700 давай сделаем. 1700. Вот, и выбираем какой-нибудь ган, который вы хотите обновить себе. Например, ну, юспик давай. Ну, конечно, 34%, что он может выпасть. Мало вариантов, что он выпадет. Но я просто покажу, как примерно это работает. Вот так крутится и выбивается. Смотрите, как можно сделать. Например, у вас есть вот... Давайте на перчатках рискнем, покажем. У меня и так уже все там очень круто. Если даже сейчас не получится, я сильно так не разочаруюсь. Смотри, от 8 тысяч. Так, от 8 дает, от 9. Хорошо, от 10. От 11, от 12, от 13, от 14, от 15, от 16. Так, а я что, сколько поставил? Это до, да, скольки? Даже стой. От 19. Блин, что-то... Стой, дай-ка я перезайду сюда. Что-то как будто подлагивает. Апгрейд. Перчатки. Ну вот, между 8 тысяч что-то могу сделать. Что-то подлаги. Ладно. Смотрите, например, выбираем подороже перчатки. У нас 56% то, что эти перчатки у нас могут выпустить. То есть мы с вами заработаем еще 1300 рублей сверху. Надеюсь, что выпадут. У нас крутятся они. Блин, анлаки. Так вот бывает, выпадает, да. Повторяем. Блин, я сейчас заиграю сюда в апгрейд. Я зашел в апгрейд. Зачем зашел в апгрейд? Вы что, чуваки, на приколе, что ли? Где следующие перчатки? Погоди, а сколько у нас всего балика? 33 тысячи, нет. Давайте остановимся. Не буду делать апгрейд. Я лучше пойду дальше Азимов крутить. Я сейчас могу заиграться, на следующую рубрику показывать. Ну вот я в апгрейды не так часто играю. Ну вы можете там приумножить, реально, тоже нормально, если прям повезет вам. Я не сильно люблю апгрейды, если честно. Так, погнали дальше. Так, по 90. Хорошо. Отлично, отлично. Это тоже нужно проигрывать, чтобы не всегда выигрывать. Так, тут ты можешь сильно очень заиграться и очень много потом как-то проиграть. Надо, ну так, потихонечку, помаленечку. Как хорошо, у нас очень хорошо сейчас получилось. Прям очень хорошо. Давай, let's go, дальше Азимов. Так, а я хочу, знаете, что сделать? Где перчатки? Погнали. Раз. Так, это мы продаем. Два. Ай, ай-ка, было бы близко. Три. Раз. Ой-ой-ой, я думал, там перчатки упадут. И два. Ой.
Ну, почти рядышком. Ну что, ребят, все равно, под итог у нас 35600 на балансе. Блин, это очень крутой бонус. Промокод Денерс используйте. Все ссылки закроем в комментарии. Поддержите меня комментарием, лайкоса, предыдущие видеоролики. Ну, плюс 40% просто к депозиту лутайте с промика. Я думаю, это очень-очень круто. Ну что, до следующего видео. Всем пока-пока.